Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня у меня три вот такие вот посылочки. В этих посылках, я так предполагаю, стекла для телефонов. Поскольку я заказал несколько телефонов и предполагал, что эти телефоны, скорее всего, будут без защитных стекол. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Давайте начнем вот с этой вот коробочки. Наконец-то научились китайские продавцы нормально запаковывать стекла и прочие бьющиеся вещи. Раньше приходили в картонных коробочках, и эти картонные коробочки очень часто были сломаны. Теперь они делают вот такие вот пенопластовые коробки. Такие пенопластовые коробки. Дошла она быстро, где-то за 2,5 недели. Вот именно в этой коробочке вот две салфеточки. Вот такой вот наклеечкой, правда, не знаю для чего оно. И стеклышко это на Xiaomi стекло. Обзорчик можете посмотреть, ссылка будет вот здесь под видео на Xiaomi. Он пришел тоже без стекла, так что вот на него стекло довольно-таки увесистое, тяжеленькое, так что это стекло на мой Xiaomi. Давайте посмотрим, что дальше. Я пользуюсь телефоном, пока все отлично. В дальнейшем сделаю более подробно на него обзор. А пока просто привыкаю к телефону. Ну, качество хорошее. Смотрим здесь, что у нас здесь. Здесь у нас вот такой вот непонятно зачем положенный пакетик, наверное, просто для уплотнения. Две пары салфеточек, две пары наклеечек. И сейчас я буду в шоке, если две пары стекол. Да, и две пары стекол. Вот такие вот стеклышки. Две пары стеклышек. Честно говоря, не помню, на что я заказывал эти стекла. Или на Кубот, поскольку хочу обновить и продать. Друг у меня один просит, хочу продать этот Кубот. Ему, по-моему, то ли на Кубот, то ли на Юханс. Вот, две пары стекол прислал продавец, хотя заказывал я одну пару стекол. Описание, ссылки будут в описании. И давайте откроем последнюю коробочку откроем. Да, еще хотел сказать, если вы хотите экономить даже на таких мелких покупках, заходите под видео, смотрите, будет ссылочка на сервис Letyshop. В этом сервисе вы можете совершить покупки с кэшбэком более чем в 900 магазинах, и не только на AliExpress, а еще много магазинов одежды, электроники и даже авиабилеты и рестораны. Ну а теперь давайте продолжим. Откроем последнюю посылку, посмотрим, что в ней. Посылка больше, значит, наверное, по логике что-то там большое. Ну, радует меня, что китайцы сейчас стали упаковывать все хорошо. Да, вот это самая нужная вещь. Так что, друзья мои, если у вас телефон со стеклянными панелями, не бойтесь его разбить, всегда сможете заказать новую. Вот моя панелька стеклянная на Кубот. А случилось что? При замене динамика, сел у меня динамик на Куботе, при замене динамика у меня лопнула вот эта вот стеклянная панель. Лопнула эта стеклянная панель, и вот заказал я новую. Вот такая вот новая панелька. Так что полностью обновлю свой Куботик, и достанется она человеку в новом виде, то есть с новым динамиком, с новым стеклом и с новой задней панелькой. Ну а на сегодня это все. Переходите в видео, смотрите ссылочки, кому что интересно. Если кто-то что-то не может найти на AliExpress, заходите, спрашивайте, подскажу, где найти дешевле. Также вы можете купить дешевле с сервисом Letyshop. Заходите под видео, смотрите, регистрируйтесь. А с вами был Владимир, и канал «Китай стал ближе», и на сегодня все.